Муни. Самуил Викторович Кисин. Поэт, писатель, критик. Родился в Рыбинске 24 октября 1885 года. Отец служил поверенным в компании цепного пароходства по реке Шексне. Кроме Самуила в семье было еще шестеро детей. В 1902 году отец был записан в Оршанское купечество второй гильдии. До 10 лет Муни воспитывался дома. Затем поступил в Рыбинскую гимназию, после окончания которой в 1903 году с серебряной медалью стал студентом юридического факультета Московского университета. В студенческие годы с друзьями в 1907 году выпустил один номер газеты «Студенческие известия» и четыре номера еженедельника «Литературно-художественная неделя». Первое стихотворение под псевдонимом Муни Кисин опубликовал в 1906 году в небольшом литературно-художественном журнале «Зори». Среди друзей и знакомых псевдоним превратился в прозвище. К этому времени он познакомился с Владиславом Ходасевичем, ставшим его самым близким другом. Подготовил к печати сборник своих стихов «Легкое бремя», который при его жизни так и не был опубликован. Муни, клокастый, с густыми бровями, отчаянно впяливал широкополую шляпу, ломая поля, и запахивался в черный плащ, обвисающий точно с коня гробовая попона, вспоминал его Андрей Белый. В мае 1909 года Муни женился на младшей сестре Валерия Брюсова, Лидии. У них родилась дочь, которая была тяжело больна. В 1912 году он был призван вольно определяющимся в гренадерский полк. В апреле 1913 года Муни получил диплом Московского университета, а в следующем году, в первый же день войны, был мобилизован и назначен чиновником санитарного ведомства. Служил сначала в Хабаровске, затем в Варшаве. 22 марта 1916 года Муни в 30-летнем возрасте, находясь в действующей армии в Минске, покончил жизнь самоубийством, застрелившись из револьвера и написав перед этим стихотворение «Самострельное». «Господа я не молю, дьявола не призываю, я только горько люблю, я только тихо сгораю». Всего при жизни Муни было опубликовано 18 его стихотворений. Однако архив поэта сохранила его дочь Лия. В 1999 году сборник стихов Муни «Легкое бремя» был опубликован литературоведом Инной Андреевой. Изнеженно-манерный, причудливый и строгий, как сонет. Дай услыхать твой чопорный привет, заученный, протяжный, размерный. Прелестнице с улыбкой лицемерной и гибким станом, стянутым в корсет. Как манит взор ваш нежный и неверный, и ваших губок розовая нет. И оттененный мушкою румянец, и строгостью своей влекущий танец, ваш радостный, ваш плавный менуэт. И светлый грех, и легкий, и безгрешный, и жизнь, и
не цельный сон.